official weight 70.3 kilograms. Профессиональный рекорд 14 боев, 10 побед, 4 поражения. His professional record 14 bouts, 10 victories and 4 defeats. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб, ladies and gentlemen, representing Phuket Top Team, he's Afghanistan national hero. Please welcome Bas Mukhalaf Mufarhis. Его соперник красному углу клетки. Бойцу 20 лет. Рост 173 сантиметра, вес 70 килограммов ровно. Профессиональный рекорд 4 боя, 4 победы, ни одного поражения. Мастер спорта по вольной борьбе и самбо, представляющий бойцовский клуб Айкол Манас из Бишкека, Кыргызстан, Арсебек Абдыкачумов. Рыцарь поединка Геннадий Зуев. Ну что ж, Арсебек Абдыкачумов. Хороший послужной список, хороший бэкграунд и представляющий афганский спецназ Бас Мубарис или Бас Мухаммад Мубарис. Мы в наших трансляциях этого бойца показывали. Очень-очень такой атлетичный, очень мощный. Даже видно по габаритам такое ощущение, что немножко из разных весовых категорий. Ребята. Ох, как жестко сейчас попадает. Бас Мухаммад Мубарис отдает, правда, ногу. Прижимается так, спасается вот в этом захвате. Кыргызский боец. Напомню, Абдыкачумов в черно-красных перчатках. Жестко-жестко спуртует Бас Мухаммад Мубарис. Не хочет он откладывает дело, долгий ящик, мощно прикладывается коленями по сопернику. Подсечка с его стороны была, попытка подсечки. И вот здесь мы видим, пара размашистых крюков достигают цели. Левым коленом сейчас поработал афганец. Ну вот отвечает Абдыкачумов. Здесь нужно дорабатывать Абдыкачумову. Я не знаю, почему он медлит. Почему он медлит? Ну вот, домедлился. Но вот был шансище. Просто шансище было у Абдыкачумова. Тяжеленный удар пропустил Бас Мухаммад Мубарис. Его прямо отбросило к сетке в размене. И болевой, попытка болевого со стороны Мубариса. Возможно, просто не ожидал Абдыкачумов, что так жестко попадет. Но мы видим, уже пришел в себя афганский спецназ. Здесь пытается сделать рычаг на руку. Все! Вот так вот, дорогие друзья. Драматичнейший поединок. Просто драматичнейший. Был шикарный шанс у Арсебека Абдыкачумова поменять ситуацию, поменять вообще происходящее в октагоне в свою пользу, но он им не воспользовался. По какой причине, я понять не могу. Не успел, не прочувствовал. Сам был измотан. Арсебеку Абдыкачумову. Господа, время остановки боя, минута и 45 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 1 minute and 45 seconds of round number one. Болевым приемом на руку победу одержал. And your winner by submission, Бас Мухаммад Мубарис. Поздравляем, скажет речь, слово. Бисмиллахи рахмани рахим. در قدم نخست سلام احترام خدا خدمت تمام حاضرین در محفل در تماشای مسابقه است تقدیم میکنم و یک سلام خاص ویژه و تمام ملت قهرمان افغانستان تقدیم میکنم. ما در این مسابقه بسیار روی پایین داشتم به دلیل از اینکه امروز به خانه ما در افغانستان
جوان پیر جوان در خاک خون یکسان شده رایستان مرگ بر دشمنان افغانستان زنده باد اولادای فرزندای دلیر نیروهای امنیتی افغانستان جا داره تشکری بکنم از ترینر خود در شرکت سپر کلاه اپی انرژی و از کسی که مرا میشه باید کده استر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و همچنان از حاجی صاحب نادر شاه مقیم مسکن تشکر میکنم یک جان سپاسگزارم از برادر عزیز خود آقای ارتور بسیار زیاد تشکر از حاجی صاحب نماینده افغانا در مسکو میخواست چی سخن داشته باشه Добрый вечер, Сухуми! Добрый вечер, Абхазия! Салам алейкум! Мир вам всем! Хочу сперва поблагодарить господина президента Абхазии и организатора этого прекрасного торжества, этого праздника. Наш победитель, Мубарез, он поблагодарил всех, которые присутствующие, которые пришли, поддержали, и он победил! Хочу сказать, что он говорит немножко, у меня не очень силен духом, потому что сегодня в моей родине погибают сотни людей. Поэтому, говорит, я все равно пришел, чтобы здесь показать искусство. Еще раз вам огромное спасибо. И спасибо. Мубареза есть такая просьба, поскольку, говорит, меня здесь, на этой земле, Абхазии, приняли как родного, я бы хотел, говорит, обнять господина президента Абхазии и поблагодарить его, как мужчина. Очень милого друга, товарища и брата Артура, за его прекрасный.